Всем получается здрасте. На чем у меня по планам? По планам я короче, самый быстрый ютубер из самых быстрых ютуберов. Я наконец-то получил себе эрку. Вот эту вот, которая такая вот красивая. Надо брелок, кстати, поменять будет. И я сегодня хочу с ней побегать, посмотреть, как оно, куда оно, так ли она хороша, как все говорят. Не знаю, кто все, но ну, кто-то говорит. Короче, посмотрим на нее. Можно, кстати, пойти попробовать... Ладно. Думал пойти в Зимний Экспресс. Можно я посмотрю, что... DM Boy. Так, а ну-ка, я ее еще, кстати, не видел. Ай! Блин! What the fuck? Мазафака. Не, прицел удобный уже, могу сразу сказать. Я его не вижу на этой локации, она слишком черная. Иди сюда. Фух, на одну дурашку меньше. Я в чем бы застрял-то, блин, в потолке, блять. Я в потолке застрял. Как можно было в потолке застрять, Валькирин? Ай, да ёб, блять, мышка, ты-то куда, господи, остановись. Ну что ты бы это самое? О, ведомый. Ну это точно слив. О, так, ну на таком оружии нельзя это с такими скинами прицел надевать. О, чё куда? Их оба два, да там? Все понял. Так, это... Здрасте. What the... What the fuck? Ебать! Вас? Чё, блин? Вы видели, как она разворачивалась? Там просто как... Я не знаю, ЗИЛ какой-то, охереть. Нормально так заднюю включила. На 107 Да. Это все ведомый, да, блин, согласен. Тьфу, блядь, на этот ведомый. Вот если бы я его не подобрал, то все бы нормально было. Ой. Подожди, подожди. Ты его убил? Вроде убил. Убил, совсем убил. Ох, эти ежики в тумане. Ай-яй-яй. А зачем она вышла? Это было немножко мной не понято. 99-ю можно? Спасибо тебе, добрый человек. Точнее, добрая женщина. О, это что за звук был? One squad behind! Я слышал кого-то там. Или там. А, вот где я их слышал, понял. Чё? А, понял. Интересно, можно его запушить или лучше не стоит? Спросил Валькирин и запушил. Здрасте. Уху, минус два. О, парни, вы чего? Че за суицидники? Ебать. Блин. Ну если бы были звуки в этой игре, то возможно что-то изменилось. Но он справится, я в него верю. Это ж мой тиммейт, у меня в тиммейтах дурачков нету. Мой тиммейт не сольется. Ты же не сольешься, тиммейт? А, это другой сход пришел. Но он троих убьет, по-любому. Давай, убегай, я в тебя верю. Живи, я безнадежен. У меня ног нет, я не чувствую ног. Найс рай. Сейчас она. Ай-яй-яй. Вот это был бонжур. Вот это я крыса, господи. Аж самому неловко стало. Мне интересно, сколько их здесь. А, чего? Кого? Ай. Ноктана я не слышал, как обычно. Ой. А чё с аимом? А чё с аимом случилось, Валькирин? Ты чё? Не, ну скин огонь вообще мне нравится. Скучаешь по наковальне. А это что? Тот, которого убили, да? Или то был кузня?
Кузня, наковальня, хер поймешь, блин. Так, он бочку поставил. Да нихера себе. Блин, я ничего не могу сделать, господи. Что-то какие-то тупые мувы делаю по максимуму, ну ладно. Кафама мисты наноси Зюзель. Иди сюда, Зюзель. Зюзель, let's go. Бросил, он недостоин жизни. Да ладно, что он, Зюзель маленький еще. Вот когда будет большой Зузол, тогда уже можно его там это наказывать. Побибикай, на. Вся 10 тысяч, кстати. А ты что думал? У меня бибикалка не из дешевых. А куда мы едем, кстати? Ой, алло, Зюзель. Зюзель старший, ты куда? Ну, она пыталась очень сильно попасть по мне, но у нее что-то пошло не по плану. Ой, а что, нашего Зюзеля убивает уже? Ну вот, что ты делаешь? Да, что ж ты будешь делать? Я даже не вижу их, где вы вообще, блин? Can you fucking shut the fuck up? Фу! Чё за киберспортивный мужчина сидит на стриме? Это я. Ой. Оу, щит. А что так красиво, я не понял. Здрасте. А вы меня обнаружили, да, получается? Bloodhound видит, как бежит чувак в открытом поле. Надо просканировать. Найс. Ух ты, ё-моё. Бля, ну серьезно. Блять. Блять, что с ним не так? Господи, что это такое? О боже мой, что это такое? Что это такое вообще? Это что было? Это типа читы какие-то конченые или что? Я не понимаю. Вы видели, как у него прицел на башке чувака держался? Пригласи физика. Физик! Приглашаю тебя в пати. Ты в итоге будешь камеру брать, думал же? Я хотел бы этот взять Razer Key. По-любому буду брать камеру, но не знаю когда. Просто телефон подрубать, ну как-то не особо хочу, если честно. Мне хочется вот именно, чтобы была, знаешь, вебка, чтобы ты ее впендюрил на моник куда-то, и она там висела все время. Я только решил побегать именно с Эркой, и ее нигде нет. Это что за магия такая? Ладно, пошли на файт, может там у кого найдем. Покупаешь ноут, ставишь рядом с собой, вуаля, камера. Гениально. Мистеры колбастеры, вы где? Ой, вот же черт. Ля, бегают. Ля, и тут бегают. Ой, Эрка у вас есть? Ой, мистер, спасибо вам большое, храни вас Господь. Лайт и дай. Он один или их не один? I don't understand. Да говно, стой. Что за хрень? Так, ну Эрку нашли. Нормально. Но прицел довольно удобный. Щито тут есть. Ты смотри, какая, а? Дубина. Ай-яй-яй-яй, ты что творишь? А чё, а куда мы? А куда это мы? А что такое, обкакали сюда? А вот все, надо было раньше. И где это есть, скотыняка? Он испарился. Мистер Пипистер. О. Ну стой, дядька. О, какая же гнида. Я вас понял. Вот это ревенант, конечно, дает. Бегал от меня, чтобы пофайтиться с моим тиммейтом без хп. Я вас понял. Жесть, Эрка огромная. Да, Эрка реально огромная, она очень большая. Она прям весь экран закрывает. Такой дрын, но прицел удобный. Но она красивая. Алло, народ, вы где? У меня тут Эрка на пол монитора. От нее не спрячешься. А это чем мы там таким занимаемся? Ну они же сюда ящик призывали, вы чего? Сюда че не сюда? Так, ну он сейчас встанет и ляжет. Вот так вот. Так, ну зона вторая вроде бы не особо страшна. Здрасте. Так, полетел-ка я нафиг отсюда.
А у меня, кстати, тиммейт когда-то умудрился помереть. Я даже не понял этот, я не увидел этот момент, когда он умер. Кто здесь есть? Нужно, не надо. Я маленький, без ноги инвалид. Че? Че такие агрессивные все? Какие злые люди, капец. А чему так часто злишься? Kinda. Меня же тха, франце, ревуар, бонжур. Я. Ой, так, у меня есть муж, все, я нашел себе мужа. Я поеду во Францию и буду жить у него. Где-то. У него в штанах, ладно, извиняюсь. Так, дай мне курабер еще один. Спасибо большое, храни тебя Господь, друг. Обожаю тебя. Ну, у меня 7 фрагов, но я не этот самый никел-лидер. Мне страшно. Алишер, здорово. Только не начинай, пожалуйста, рэп читать. Я тебя умоляю. Так, где эти пупики бегают? О, слышу. Ой, а! Не надо. Не надо. Они там заряжены и готовы к бою, по-моему. Все что-то крутится, что-то это. Да вот. Ты чё? Я не понимаю, как попадать. А они куда делись? Так, ребят, давайте без этой вот фигни, пожалуйста. Мне и так страшно. Я хочу вот лайфу убить, потому что лайфа меня раздражает. Но ящик я уже убил. Ай-яй-яй. Понабиваю еще чуть-чуть дамага. У меня сейчас уже голова закружится. Пойду, короче, в зону. Они видели, что я спустился или нет? Вот в чем вопрос. Я еще окно не закрыл. Мне кажется, я сейчас умру от переохлаждения. Перезадуменения. Что за шкрежет? Шкрежет. А ну-ка, выходите. Давайте, давайте. Е-бой! Е-бой! GG. Проходил Doom 16 года, или может Eternal, я и то проходил уже несколько раз. Eternal 2 раза проходил. 16 я проходил раз миллион примерно. Если вам понравился этот ролик, обязательно оцените его лайком, подпишитесь на канал, тыркните колокол и не забудьте посмотреть другие мои видосики. А с вами, как всегда, был Валькирин. До скорого.